Здравствуйте, друзья Садового экспресса. Мы с вами в весеннем лесу. Апрель месяц, конец апреля. И вот прогуливаясь по смешанному лесу, березовый опад, листья лежат ковром. И вот в этих листьях, между листьями, выросли весенние цветы, первоцветы. Вот это хохлатка. Смотрите, удивительная какая, нежная. Листочек какой, весь резной. И на макушечке семейка из цветов фиолетовых. Где-то 5. Вот на этой хохлатке 5 колокольчиков, цветочков, направленных в бок они направлены. Такая семейка. Здесь много этих цветов. Посмотрите, вот молоденькая, слабенькая хохлатка. Вот еще хохлатка, еще. Видите, какое удивительное собрание подружек в весеннем лесу. И где-то я еще здесь видела медуницу. Вот она и медуница. Мы ее выращиваем на дачных участках. А она в лесу вот так вот радует нас. В весеннем лесу растет. Это зона, уральская зона. Я живу, нахожусь на Урале. Вот такая, вот такой лес. Весенний лес с охладками и с медуницами. Так радуют они. Погода сегодня не особо солнечная. Но солнце – это эти растения, которые появились и просигнализировали нам, что идет весна, а впереди лето. Спасибо вам, что вы побыли со мной в весеннем лесу, посмотрели на эти удивительные лесные простые первоцветы. И желаю вам также быть в лесах, любоваться, дышать лесным воздухом, радоваться на природу. Спасибо!